Это джинсы, все по 350 рублей, это джинсы-леггинсы, размер только 34, вот это все 34. Ой, возьму одни, примерю, 34 на меня налезает, я давно ищу вот такие без всякой ерунды. А вот здесь кучка наоборот больших размеров, ну или очень немодных. И еще хочу примерить брюки клёш, потому что клёш я встречаю только в магазинах, на живых людях еще ни разу не видела. Если найдется мой размер, а он не найдется, потому что все очень большое. Тридцатка. Кофточки очень нравятся, с рюшами, 1000 рублей стоит. И вышиваночки вот такие. Такие кофты очень люблю, с рукавчиками, 3000. Вот платье висит, все мятое. Если честно, нет никакого желания мерить вот такие вот вещи. Я ушла из распродажи. Пойду посмотрю, что есть тут, так сказать, не участвующие в суперсейл. Вот такие платья я видела в том году и позатом. Непонятно, почему сейчас оно стоит 800 рублей. В прошлом году они были по 350. Непонятно. Мне кажется, им красная цена 100 рублей. Что мне удалось найти? Всего два платья из распродажи. Леггинсы нашла 36 размера. И блузки. Одна из распродажи, остальные нет. Сейчас все примерю и покажу. Блузка понравилась. Это 36-й. Немножко великовато. Рукав длинный. Ну так, немножко свободно. Такой нежный вырез. Стоит 850 рублей. Леггинсы 36-го размера мне велики. 34-го вообще не налезли. Очень милая кофточка. Так красиво. Попробую найти размер поменьше. 34-й. Может быть, в другом магазине H&M. А так очень даже ничего. Вторая. Мне вон та больше понравилась. Вот такая широковатая. Следующая вот такая. Это размер 32. Ничего особенного. Не уверена, что она мне нужна в гардеробе, прям острая необходимость. И не очень впечатлила. Вот видно, насколько велики леггинсы, джинсы. Так. Платье. У меня от него немножко рябит в глазах. И смотрите, что происходит. Что под него одевать, надевать, непонятно. И оно сзади все перекрутилось. Вот тут. Мне это никак не расправить. И меня вот это не устраивает. Что надеть-то под него?
То есть оно требует чего-то дополнительного. А идея хорошая. Ткань вискоза. Осталось последнее. Что происходит? В чем дело? Такое декольте смелое. Но... Опять не повезло с платьями. А так длина неплохая. Состав. Причем так хорошо. Видимо, больше мерит у них S. Мне вот это больше понравилось. Вот это понравилось, сумочка. Такая очень элегантная. И цвет красивый, камера не передает. Зашли пообедать и полюбоваться Исаки. Лет нет. Еще вкус забыла дома. Такие средства интересные. Еще тут есть выход на веранду, но сегодня очень ветрено, поэтому мы сели в помещении. В общем, еда невкусная. Нам не понравилось. Я не думаю, что мы сюда еще раз захотим прийти. Такой дворик. Хочу показать свою обновку. Я первый раз купила вещь у этого товарища. В основном только сумки. А сегодня удалось найти вот такое замечательное платье. Размер у меня XS. Состав отличный. Здесь 95 вискозы, 5 эластана. Очень красиво села по фигуре. Вот это очень красивая рюша такая здесь. Кажется, что может быть проще? Пришей рюшу к низу. А это рюша. Очень мне понравилось. Качество неплохое. Очень довольна
платьишком. Буду носить с удовольствием. Сзади такая складочка. Отлично села. Мне очень понравилось. В общем, я очень довольна.